В будущее без взяток вместе. В рамках республиканской акции представители специальной мобильной группы, в составе которой антикоррупционеры, депутаты и нуротановцы, раздают листовки и памятки. На предприятие областного центра они выезжают на специальном автобусе. Подробности в нашем материале. Нулевая терпимость к коррупции. В регионе активно борются с этим социальным злом. Для профилактики представители антикоррупционного ведомства вместе с общественным советом, депутатами и нуротановцами проводят специальные акции и даже объединились в мобильную группу. В рамках послания президента Республики Казахстан пятым приоритетом определены институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией. В целях информирования населения о пагубных последствиях совершения коррупционных правонарушений запущена программа республиканская «От двери к двери», цель которой – дойти до каждого жителя. Такую акцию проводили и в прошлом году. Она охватила все 13 районов области и Петропавловск. Тогда антикоррупционеры раздали 8500 листовок. В этом году в стране решили провести новую акцию «Будущее без взяток вместе». Она стартовала 2 марта. В каждом регионе появились специальные автобусы. После брифинга антикоррупционная мобильная группа на автобусе отправилась по предприятиям областного центра. Сегодня посетили ТОО «Кызылжарсу», чтобы рассказать сотрудникам о вреде этого социального зла. Считаем, что, естественно, такие акции необходимы, так как, во-первых, и мы, наше предприятие является городообразующим предприятием. Около 1000 человек у нас работает, поэтому все вот эти, естественно, также мы с населением работаем. Это профилактика, это борьба с нежелательными этими явлениями. С начала года сотрудниками Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции выявили 26 преступлений, 15 из них взятки. Фактов взяточничества 10, злоупотребление должностными полномочиями 3, служебного подлога 1, мошенничество 1. И что самое резонансное дело в этом году, это что возбуждено уголовное дело в отношении руководителя областного уровня. И сейчас ведется расследование. Кстати, за коррупционные преступления законом предусмотрена уголовная ответственность. За взятку можно провести за решеткой от 5 до 15 лет и лишиться всего нажитого имущества. Денис Ивков, Казбек Рыкбаев, новости МТРК.